Хейл, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Кунг-фу Панда. Есть нюанс, да, все сделано, звук хороший, ну такой более-менее. Есть, конечно, нюанс. Я могу, в принципе, давайте я как раз это и сделаю, немножечко в программе прибавлю звук, чтобы игру было более-менее слышно, как и меня. Да. А так, по качеству, немножко мыльцо, но подумайте, игра находится в таком разрешении, что... В общем, хотя наш воин и мечтал стать мастером кунг-фу, он понимал, что над этим предстоит еще поработать. Ну, то есть, он знал кое-какие приемы, но еще не стал, как вы понимаете, легендой кунг-фу. К несчастью, его папа видел сына скорее мастером лапши. И все же наш воин не сомневался, что однажды он станет легендой, подобной величайшим героям кунг-фу, неистовой пятерки, которые, как оказалось, должны были сражаться на величайшем турнире по кунг-фу за высочайший титул воина-дракона. О да! Наш воин знал, что ему необходимо увидеть пятерку в бою, и ничто не могло его остановить. Ну, или почти ничто. Знаете, мне даже после... игры, что-то хочется посмотреть заново мультфильм, как-то так, турнир Воина Дракона. О, я помню этот момент. На самом деле, я почти все уровни помню в игре. Потому что я много раз очень перепроходил игру. Ах, да! О, нет! Нет, стойте! Не закрывайте! Ворота. Так, с разью. Победа над над непобедимым, это босс. Спасение жителей деревни, найдено фейерверков. Тут нужно фейерверки взрывать. Улучшение. У нас, надеюсь, деньги сохранились? Да, все сохранилось, отлично. Ну, что мы делаем? Прокачиваем блок. ПП. Атаку. Ну все. Да. Хотя я мог приемов. Хотя нахер они нужны. Тоже так же думаете. А, мы начинаем не с фул ХП. Это плохо. Поздравляю! Найдена фигурка тигрицы! Тебя ждет сюрприз в меню дополнения! Поздравляем, найдена фигурка мастера тигрицы! Тебя ждет забавные ролики в меню дополнения. Представить вам неистовую пятерку! Я не могу сейчас уйти! Я должен увидеть неистовую пятерку! Ну все идет на самом деле как по сюжету самого фильма. Можно взбираться наверх, подпрыгнув и ухватившись за край. Нажми кнопку прыжок еще раз. Поп подтянется и залезет выше. Если передумаешь подниматься, нажми кнопку действия. Вот, ребят, колесико это захват все-таки. Все, ребят, все, захват найден. Монета выпал? Мне надо их увидеть! Мне надо их увидеть! Монета выпал? Подожди, это... это забирает у меня энергию? Прыгай на батуте, чтобы забираться на новые высоты! Нажми кнопку блок, чтобы блокировать атаку. Сила блока уменьшается с каждым ударом противника, но восстанавливается со временем. Хорошо. Были тоже моменты, когда нужно было запрыгнуть на какую-то херню. И он может за заборчик, если что, цепляться. Камеру можно свободно перемещать. Ну это мы знаем. Так, пока что не залезть. По, им нужна твоя помощь. Окей. Никто не услышит тебя в такой толпе, как ты, да?
О, тут же еще стрелять нужно будет. О. А что за атака? Что за бред? Слушай, вот, используй баллисту, ты сможешь расчистить себе дорогу. Подожди, подожди. Кто может использовать баллисту? С этим мы разберемся. Я... Вот так еще. Что случилось у тебя с руками, По? Почему такой слабый? Он очень медленный стал. По, что с тобой? У него вот эта атака такая же, как... Вот это вот херово теперь, что он так делает замах. Да. Каево. Вы понимаете, что это теперь значит? Да, вот, вот это самое... Тугое то, что я помню в игре было. Так, монетку. Шарики тоже взрываются, из них выпадают монетки. Так, вниз. Ниже. Вверх. Сложечно. Вниз. Выше. Врагов она тоже убивает. Я, если не ошибаюсь, будет потом какая-то миссия, где мне нужно будет с помощью такой же херни убивать врагов. И вот это будет самая жопа. Так, хорошо. Вылазим и побежали. По-любому мы освободим всех пятерых из-за того, что мне нужно будет, так сказать... Эй, будем есть жаркое! А, он сам цепляется. О-хо-хо, фейерверк! Он может пригодиться, хе-хе! Собери хотя бы 10 из 16 фейерверков. Хорошо. Поздравляю! Найдена редкая монета. Будет всегда писаться? О, смотри-ка, маленькие пушистые зайки. Ты как раз вовремя к моему кроличьему удару. О, смотри-ка, маленькие... Объясняю, в чем херня просто вот мастер этого, что обезьяна. Сейчас. Ух ты! Невероятно спасибо. Достойный прыгун! Я объясняю ситуацию, которая связана теперь с вот этим кулаком. Из-за того, что он тогда бил, и он прыгал, да? Хотя, подождите, это ж тогда было... Улучшение, подождите. Панда приемы. Нет, 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 нет. Ну вот, он тоже это делает, прыжок. Быстрее, круче, сильнее. Уровень, так. Вот, до сих пор, быстрее, круче, сильнее. Может, типа, сначала был быстрее, потом стал круче, сильнее теперь. Просто, что он сильно атакует. А можно отменить? Жаль. Плохо, ладно. Вот это самые мои нелюбимые моменты были с пулянием. Потому что нужно контролировать высоту.
это было мои самые нелюбимые моменты. Но было прикольно их взрывать, вот эти именно шарики. Они типа так сгорали. Даблкил. Так, сразу забираем. Как мне наверх попасть? Ага, все вижу. Все я вижу, хорошо. Хорошо, побежали. Ага. Ага. Тори не увидел. А крики, главное, оттуда идут. А не оттуда, где храм. Да ладно, я могу... Тут есть ворота, ребят. Да, походу, он сейчас только так кулаком бьет, потому что... И защита здесь, видите, какая. Ха! Вон оно что. Прикольно. Не знал. Не знал. А фича такое. Может быть, костюмы влияют на атаку по, как он вообще атакует. Либо... И поверьте мне, друзья, это только начало. А либо по прохождению дальше игры. Понимаете, дело в том, что когда он кулаком, ну типа, подпрыгивал. Ну это одна монета. Ну это я просто. Только взглянуть. Это я просто сильно убил. А, типа не попал. Да ёлы-палы. Подбирай монеты. Отлично. Так, здесь я ничего не упустил. Монетки, монетки, монетки. Ага, тут еще есть две монетки. Я могу сразу улучшить... Хотя, давайте потом. И на костюм... Фу, я думал, я фейерверк не собрал. Погодите, пятерка! Просто потрясно! Смотрите, нет, нет! Готовьтесь к бою! И плюс из этого он типа только одного может что ли ударить? Подождите. Серьезно, только можешь одного ударить? И то он не попадает еще при этом. Приму к сведению. Ну дайте же взглянуть. Разбегись, а затем нажми кнопку действия, чтобы переключиться в панда-колобок. Для выхода из этого состояния нажми кнопку действия еще раз. Да, по одной дается. По, осторожно! Ты направляешься на тренировочную площадку непобедимого! Будь начеку! Нормально. Здесь главное в западне не попасть, да и все. Да,
Чё смотрим? Какого чёрта? Ну, просто сами должны понять, что я собираю монетки. Пипец. Что бы мы делали, если бы ты не пришел на помощь? Ты можешь использовать баллисту, чтобы взорвать мешки с конфетти и расчистить себе путь к арене. Класс! Спасибо, малыши. Я увижу пятерку. Я вижу пятерку. Вот видите, снова он... Он промазывает. Не, все-таки монетки притягиваются. И мощный полет чести. Все-таки монетки тоже притягиваются. Может, я просто тогда не заметил, но мне кажется, он тогда прыгал, когда атаковал этим ударом. Но все равно немного неудобно. Можем, типа, посмотреть, исчезнет ли монетка, я все... Серьезно? Монеты... Та монета исчезла? Походу, они все-таки исчезают. Выше. И сразу будем открывать себе путь. Так, вон как раз еще одна золотая монетка. Ну, не золотая, а... Вы поняли. Да-да, я уже это сделал. Не, вот эта монета, видите, не пропала, значит... Фиг знает, как она работает. Я куплю за 500. Вау. Нет, нет, нет. Иди на цыпочках по опасным участкам. Поддерживай равновесие кнопками в лицо. Короче, ребят, собираем себе... Собираем, ребят, себе на этот. Спасибо, По! Да-да, они меня коцают, но они коцают незначительно. Потому что, во-первых, я уже хп себе могу на максимум прокачать. Плюс враги сами по себе слабые. Вот о чем я и говорю, что можно на них сразу и напарниться. А вот теперь они пробивают. Тихо. Ага, хорошо. Все равно.
Батут, почему я не могу достать? Поздравляю! Все. Найдена редкая монета. Он просто как-то непонятно прыгает на батуте. И нужно, чтобы у меня камера была всегда боком, чтобы я мог лазить бочком. Ауч. Ну, давайте. Пускай будет. Пони должны убить, пони должны убить. Я лучше буду кликать пятерку, потому что... Потому что? Думаю, мне понадобится 10 фейерверков, не меньше, чтобы поднять кресло в воздух. А еще нужно разобраться с кабанами. Давай, сделаем это. Мастер Тигрица! Против железного быка и его смертоносных лезвий! Ау. А, мы можем сразу с вами и фейерверки пособирать. Может, они тут прячутся в коробках? Класс, я что, теперь не все фейерверки соберу? Все. Найс. А ну-ка, давай-ка попробуем сделать. А, по одной монете дают. Это слабовато. Ну, блин, я мог, в принципе, чтобы не тратить время. Хотя... А, монет важнее. Сори, ребят. Почему он промазывает? Вот он промазывает! Он что, типа в драке неопытный или что? Когда один останется, лучше сначала собрать все монеты, потом сразиться с ними. Ау. А, ну не бей ты их. Так, ладно. Ребят, нужно монет. Они пропадают, ребята, они все-таки пропадают. Я видел. Я видел. Значит, блин, мне что, сразу бегать за монетками? Я не хочу. Подожди, они тут бесконечны, что ли? Да. Ладно. Что это? Ну за бред! Не, они не бесконечные. Монетки тоже не бесконечные. Вот, бац, и все, и пропало. Сори, 5 монет нельзя терять. Вот так еще. Отлично, у меня достаточно ракет. Надо вернуться к креслу. Поехали. Должно получиться. Полетели. Старая добрая лапша. Я тигрица, мастер стиля стального когтя.
Я готова сражаться. Ну, вот это поставлю на заставочку как раз. Используй уникальные приемы кунг-фу мастера-тигрицы, чтобы победить непобедимого. Целься в мишень у него на груди. Но для этого, короче... Соверши двойной прыжок. Да, здесь, короче, я всегда держался у хвоста. Всегда держался у хвоста, чтобы по мне не доставали топоры. То, что он еще бывал... А, все получилось. О, да, лучше здесь сейчас на кнопки перейти. Quick Time Event, как говорится. Так, сейчас у него механика атаки меняется. Тут либо почти. Я помню, там еще другая была фаза. А, вот. Ух, какого черта? Ладно, давайте моего плана того старого придерживаться, да и все. Все, теперь просто бежим сюда. Я не знаю, как оно работает. Да, тут еще вот такое было. Тоже довольно раздражало. Но видите, тут несколько фаз. Попал. Как? Ой, тихо. Так. Жищенько. Цифрами лучше не путаться, потому что... О, а все? Подожди. А тогда я помню, было вообще до хера раз нужно типа три кнопки было нажимать. Люблю кунг-фу! Я чувствую, что воин-дракон среди нас. Жители долины мира, мастер Угвай выберет воина-дракона. Извините, я просто хотел посмотреть, кто стал воином-драконом. Мастер, вы показываете на меня? На него. На кого? На тебя. Вселенная привела к нам воина-дракона! Ха-ха! Давай, По! Я... Все, победа, ребят. Ладненько, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.